Всем привет! С вами снова Светлана Грамм и наш увлекательный курс флористического скетчинга. Как нарисовать букет акварелью либо карандашами? Например, закрашиваем дальние цветочки фрезии. Вы можете играть с оттенками, цветы у нас имеют разные оттенки. Это уже зависит от того, какие вы будете употреблять в своем букете, какая у вас задумка, в какой цветовой гамме вы хотите все это изобразить. Вот мы с вами залили основу. Теперь добавляю дополнительные оттенки вашим цветочкам, за счет чего букет становится более живой.